Всем привет! Мой канал называется Лилия Лили, меня зовут Лиля. Я из Беларуси, из города Мозыря. Сейчас я нахожусь в Турции в отеле Sensitive Premium 5 звезд. Сейчас я вам покажу внутреннюю территорию отеля. Территория отеля небольшая, не зеленая, компактная, но нам здесь нравится. Сейчас я стану на мостик. Зайду на вот этот мостик, который находится над бассейном, и сделаю круговой обзор. Отель находится в регионе Белек, поселок Богазгент. Вот сейчас я покажу вам отель. Отель состоит из 5 корпусов. Вот отель Sensitive Premium. Эти 5 корпусов соединены между собой нижними этажами R и L. Вот там выход из отеля. Вот тут на нижнем этаже основной ресторан. Его терраса главного ресторана. Вот здесь выход. Над выходом большая терраса. Там уже лобби, этаж L, терраса большая над ним. Так, идем дальше. Сейчас 9 час утра. Как видите, шезлонгов полно. Сегодня 9 мая. День Великой Победы. Шезлонгов полно. Людей много в отеле, но с погодой, я считаю, нам не повезло. Еще достаточно свежо, прохладно. Так, поворачиваемся влево. Вот здесь расположен снэк-бар. Здесь можно полноценно покушать в определенные часы фастфудом. Над снэк-баром находится кафе-мороженое. С 15 до 17 часов выдают разнообразное мороженое. Мне нравится, супругу моему оно не нравится. Вот это амфитеатр, который расположен здесь же, на территории. То есть сцена и столики со стульчиками. Здесь и дневная анимация проводится, и вечерняя анимация. Был день дождливый и прохладный, и вечернюю анимацию проводили в отеле в лобби. Там тоже большое помещение, места всем хватило. Так, чуть левее расположен бар. Алкогольные и безалкогольные напитки. Бассейн. Я нахожусь как бы в центре территории. В центре бассейна. И вот там люди идут в горочку, вы видите. Это уже выход из отеля. Вокруг отеля территория, поселок Богазгент. Частный сектор. Поблизости отелей нет. Поселок очень тихий, спокойный. Есть где прогуляться. Я думаю, молодежи здесь будет скучно. А семейным парам, пожилым людям или семьям с детьми здесь понравится. Мы в Турции 5-й раз. Это самый тихий поселок, самый тихий населенный пункт, где мы отдыхали. Растения, пальмы, зелено, красиво, ухожено. Сама территория отеля Sensitive Premium небольшая, зелени там практически нет. Отель состоит из 5 корпусов. Эти корпуса стоят не отдельно, а они как единое целое, соединены между собой нижними этажами L и R. Вот это я показываю небольшой внутренний дворик и небольшую аквазону. Три горочки, они одинаковые, похожи одна на одну, работают 2 часа до обеда и 2 часа после обеда. Корпуса пронумерованы А, Б, С, Д, Е. Войти в отель можно через открывающиеся двери или через вращающуюся дверь. Через дорогу от отеля супермаркет «Шок». Другие магазинчики, туристическое агентство, кафе. Это что касается непосредственно около отеля.
А чуть дальше пройтись будет и рыночек, и большие торговые ряды. Они находятся там, где отелей больше, где отели «Кристалл» и прочее, где отели как бы кучкуются. А наш отель «Сенситив», он находится уединенно среди частного сектора. Рядом отелей нет. Лимончики и апельсины тут видим, и мандарины, и айву, и шелковицу. Начало мая 2019 года. Интересное растение. То, что у нас в Беларуси не произрастает. А есть такие ароматные кустарники. И красивые, и ароматные.